Наш с вами 15-й видеоурок по набору и монетизации зарубежных подписных баз на канале с готовыми методиками заработка 100секретов.рф. И в этом видеоуроке автор зарубежного курса покажет нам, как работать с конверсией. Давайте посмотрим примеры. По результатам кампании рассылки или по результатам заказа соло кампании мы видим количество кликов через Google статистику. Например, один день назад было 74 клика, 3 дня назад 179 кликов и так далее по датам. То есть мы можем смотреть, с какой соло-компании, какие были клики. И я вам скажу от себя, что кликнув вот здесь по деталям, вы можете очень подробно развернуть статистику, посмотреть, с каких она идет регионов, кто эти люди. Там очень много параметров, мы не будем на этом останавливаться, но эта аналитика, она довольно-таки подробная. Итак, теперь мы переходим в панель управления AWeber. А это внутренняя панель управления AWeber. Она собирает также статистику, уникальные показы, например, показы подписной формы и конверсия. То есть 257 человек посмотрело, 4 человека подписалось. Может ли конверсия достигать 100%? Да, может, если вы сами зашли на подписную страницу и сами себя подписали. Вот. В остальных случаях конверсия в редких случаях может достигать 50%. Вообще, как получить такую подписную конверсию? Я думаю, что владельцы подписных баз, конечно же, сейчас задаются вопросом, возможно ли такое. Да, это возможно, когда внутри рассылки человеку предлагается получить уже ожидаемый продукт. То есть база подогрета, человеку говорят, что вот сейчас все для того, чтобы скачать то, что мы вам обещали, оставьте e-mail и мы вам вышлем. То есть внутри рассылки идет переподписка или сегментирование базы в другую подписную базу или в базу партнера. То есть тогда может быть 46, 50, 36%. Если подписная форма совсем плохая или используется холодный трафик, то процент может быть 4, 5, 10%, но в данном курсе автор дает нам методику, как создать подписную форму с конверсией до 20% и выше. Далее автор предлагает нам посчитать конверсию и предлагает, исходя из нашей конверсии, посчитать EPC показатель. Что это за показатель? Смотрите, например, у вас при заказе соло-компании в первом письме ваш подписчик получит сразу предложение на недорогой продукт. И часть из подписчиков купит. Так вот, если у нас, например, прошла компания, подписалось 100 подписчиков после вот этой рекламной кампании, которую мы заказали, и из них 10 человек купило по товару ценой $10. А остальные ничего не купили. В этом случае у нас получится, что в сумме вот все 100 подписчиков, которые подписались, они заработали нам $100. 100 подписчиков – $100. Значит, усредненный показатель дохода составляет $1. Вот в зарубежном сегменте интернета, что характерно, и показатель EPC, то есть усредненный показатель дохода на одного подписчика, на одну рассылку, он колеблется в районе $1. Здесь владелец рассылки нам комментирует о том, что показатель EPC ниже 90 центов хорош, но ниже лучшего, то есть он бывает выше. EPC это то, сколько каждый подписчик приносит вам за одну рассылку. По моей прошлой кампании я получил EPC $0.5, что в принципе неплохо. Вот. Неплохо, то есть $0.5, даже 40 центов это неплохо. Доллар это считается нормой, это хорошо, выше доллара это ближе к совершенству. Итак, это те показатели, которые работают по зарубежным подписным базам. И вы должны понимать, что база из 500 подписчиков в зарубежном сегменте, работающая на нормальном сервисе рассылок, которым является, допустим,
тот же самый Aweber, приносит с одной рассылки $500. То есть с 500 подписчиков вы можете в день получать иногда $1000. Это однозначно стоит того, чтобы над этим работать и набирать зарубежную подписную базу. Ну, поехали дальше. В этом видео также нам автор рассказывает про то, что эта конверсия, которую он только что показал, это конверсия только с one-time offer, то есть с одноразового оффера. Это значит, что вот у вас сейчас, например, 100 подписчиков подписалось, и они сразу принесут, ну, расчетно должны принести, если у вас хороший one-time offer, они должны принести $100. Это первое. Как мы видели цены соло-компаний, там цена одного перехода может составлять 20 центов, 15. То есть, чтобы нам выйти и полностью окупить нашу компанию с первого захода, нам надо, ну, чтобы подписная страница имела конверсию хотя бы 10-15%. То есть, тогда мы можем с первого захода окупить ее только one-time offer, а дальше у нас уже пойдут серии писем, которые будут давать иногда большую конверсию и больше EPC. Вот. Далее, вот те схемы, которые мы разбирали, где ведется сегментирование баз. То есть на тех, кто купил недорогой продукт, те, кто купил дорогой, они идут по цепочке апселлов. И VIP-клиенты, которые покупают дорогие продукты, тренинги и все остальное. Вот когда мы сегментируем базу и выводим какой-то премиум-сегмент, там вот этот показатель EPC именно по дорогим продуктам, он очень высокий. То есть он иногда составляет десятки и даже сотни долларов. Есть к чему стремиться. А мы завершаем видеоурок по набору и монетизации подписных баз на канале с готовыми методиками заработка 100секретов.рф. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, где вы найдете следующие уроки из этого отличного зарубежного видеокурса.